Если вы хотите знать, как убрать у себя живот, убрать нервные негативные состояния из груди или из головы, вы должны знать, как это устроено. Необходимо представить, будто в животе вы видите кастрюлю, в которой круглую кастрюльку, так чтобы она вместилась в ваш живот, где вы видите обязательно золото или пшенную кашку. Если видите пшенную кашку, а еще лучше золото в этой кастрюле расплавленное, это сделает вас, снизит у вас вес, нормализует работу вашего кишечника, в дальнейшем приведет вас к тому, что вы помолодеете очень заметно. Если такой расплав в кастрюле представлять в груди, то у вас исчезнут заболевания старости, также у вас появится внутреннее желание жить, появится много денег. Если такой расплав представлять в своей голове, то улучшится зрение, ум, а также человек начнет становиться творческим, в голове появится спокойствие.